Далее смотрите рубрику «Народные новости». Что нового произошло у жителей Саратова сегодня, узнала Анастасия Куклева. Мы начали строить свой бизнес. Сессия. Я сегодня сдал экзамен. Салатик сегодня сделал. Я недавно из отпуска вернулась, в Италии отдыхала. В Севастополе приехали бабушки сюда в гости. Я в первый раз в этом году ночевал в палатках. Родственники приехали, зять, сестра родная. Хотели в цирк попасть, сегодня нет представления. Купила себе синий гольф. Сын родился. Я сегодня устроился на работу. Получаю права. Я недавно установил свой новый личный рекорд. Пожалуй, 100 килограмм в жиме лежа. Мне сегодня подарили цветы.